На пробу. С кабачками? Да. Блин, из кабачков? Я не знала, что с кабачками делают варенье. Знакомство с Читой Солянкиных начинается с подарка съемочной группе «Банки варенья». Естественно, собственного приготовления. Геннадий Яковлевич и Валентина Ивановна живут рядом с парком «Сосенки». Здесь мы и решили выпытать секрет их семейного долголетия. Начиналась их история в далеком 1965 году. После службы в армии пошел работать. Ну, понял, что надо учиться, и пошел на подготовительные курсы. Там встретил симпатичную девушку, 18-летнюю. Вот, познакомились. Вряд ли кто думал тогда, что эта история продлится более 55 лет. Поначалу, как принято говорить, искра между молодыми людьми не проскочила. Тогда все начиналось с дружбы. Друзья были. Вот, ага, по напарник домой, значит, с работы, с института домой, по одной дорожке мы ехали на автобусе. Дружба продлилась 2 года, и в 1967 они поженились. И сейчас они с теплом вспоминают тот день, разглядывая свадебные фотографии. Я гляжу, там, ну, гостей немного было, да, только друзья, вот, свидетели. Нет, ну, это мы, да, это в этом, в ЗАГСе в самом. Вот, это мой друг, вместе мы учились. А это моя сестра. Несмотря на то, что работала в семье только Валентина Ивановна, а Геннадий Яковлевич продолжал учебу, рождение детей откладывать не стали. Через год родилась дочка, первая у нас была. Вот. Ну, а сын, он попозже уже, так сказать, я уже работал давным-давно. В 70-х семья перебралась в Видное, где Солянкины и получили квартиру. С тех пор подрастали дети, менялась жизнь, но одно у них оставалось неизменным – любовь и взаимопонимание. В семье всякое бывает там. Бывает там, мы рассорились. Ну, полчаса проходит, все, мы уже врозь не можем. Вот не можем мы врозь, мы обязательно должны вместе. Даже вот поругались, через полчаса опять, как говорится, все, как будто ничего не было. Не каждый может похвастаться 55-летним юбилеем совместной жизни. На недавнее мероприятие, которое проходило в Видновском ЗАГСе, где чествовали долгожителей семейной жизни, пригласили и Солянкиных. Сохранить семью, любовь, верность. Вы вырастили детей и воспитываете внуков. А вот этому подрастающему поколению очень важно видеть пример семьи, отношения, заботы. Естественно, мы не могли не задать вопрос, в чем же секрет долгой семейной жизни. По мнению Читы Солянкиных, ответ на него оказался весьма прост. Я думаю, что надо, во-первых, ну, это первое, конечно, любить друг другу, уступать. Иногда не идти вот один, другой там свое мнение отстаивать. Отстаивать надо, но в конце концов принимать общее решение. После нашего разговора Геннадий Яковлевич и Валентина Ивановна продолжили свою прогулку по парку, словно по жизни. Рука об руку уже более полувека. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.